Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга. У нас сегодня расклад на тему, каких мужчин вы сейчас привлекаете, какая вы в глазах мужчин. И посмотрим, какой мужчина на пороге, кто желает проявиться в вашу жизнь, возможно, вот в ближайшее время. Мы буквально посмотрим ближайших 3 месяца, какой мужчина будет проявлять любовный интерес к вам. Какая вы вообще в глазах мужчин, каких мужчин вы сейчас привлекаете, и вообще посмотрим личную жизнь. Я предполагаю расклад, конечно, для девушки, для женщины свободной, но мы сейчас все посмотрим. Итак, у нас один вариант. Если вы слышите, что информация о вас в начале расклада, смотрим. Нет, выбирайте, пожалуйста, другое видео. Итак, мои дорогие, давайте посмотрим вас на сегодняшний день. Что вообще в вашей жизни происходит? Какие события? Что творится, да? Давайте посмотрим. Сейчас, на сегодняшний день, вы, ваше состояние сейчас. Ой, я вижу какого-то ухажера. Отсекли, видно, кому-то корону поправили, прямо идет мне момент, отсекли, очень как-то не вписался мужчина в картину вашего мира, возможно, вы как-то действительно отсекли этого, это даже, я не вижу, что это прошлые отношения, я просто вижу, что некий мужчина, вами увлеченный, очень сильно, но он как-то вот не находит к вам пока что подхода, вы его как-то отсекаете. Очень общительная, очень интересная девушка. Я вам скажу однозначно, что вы мужчинам сильно нравитесь. И вижу прямо в вашем окружении, возможно, мужчина помоложе. Возможно. И это есть препятствием. То есть вы его как-то отталкиваете. Да? То есть погуляй еще немного. Как-то разберись в себе. Еще что-нибудь такое. Но я вижу, что вы в общении с этим человеком находитесь где-то. Возможно, это общая компания. Возможно, это просто приятное общение с этим человеком. Я вижу, что он как-то к вам с очень таким любовным интересом. Но вы как-то вот отсекаете всю эту историю. Возможно, знаете, как-то наблюдая за этим мужчиной, вы видите, что это, возможно, не совсем ваша половинка. Вот так вот. То есть я тебе нравлюсь очень хорошо, и мне приятно, да, но тем не менее, ты не совсем моя половинка. И мы с тобой просто в общении, просто нам, знаете, так, вместе хорошо. Но вот на больше я вижу, что вы не рассчитываете, вы не питаете каких-то иллюзий на общение с этим мужчиной, с этим... Но я вижу, что, возможно, он помоложе, и это причина, да, то есть, что вы ищете что-то более, да, для себя подходящего человека. Очень компанейский, интересный, захватывающий прямо-таки человек, интересная очень девушка, вы умеете быть в команде, вы умеете работать как бы заодно. Да, ваше окружение женское, оно, знаете, так, есть капец-капец ваши подруги, да, но и есть вот такие вот, которые заглядывают, завидуют и так дальше, подслушивают, подглядывают. Почему? Вероятно, очень интересная девушка, очень интересный человек, очень интересная женщина. Давайте посмотрим еще. Вы сейчас, вы в сегодняшнем дне. Ну да, я вижу, что эта девушка, возможно, женщина в надежде на крепкие отношения. И очень даже может быть, что вы на примете имеете какого-то мужчину. Да, возможно такой момент, что на примете есть мужчина. Я вижу, что сейчас, да, какой-то молодой там без надежды влюбленный, но вы, как видите, это не совсем моя половинка, да. И я вижу какой-то, возможно, в ваших мыслях есть какой-то определенный мужчина, о котором так или иначе ваши мысли. Это может быть момент, что вы прям заинтересованы в этом человеке, да, то есть он вам нравится. Возможно, у вас есть какая-то уже начало каких-то отношений, но они как бы почему-то как стоят. Возможно, это какие-то отношения из прошлого, это отношения из прошлого. Ну, очень может быть, потому что какая-то неизвестность вас уже утомила, да, и вы, возможно, двинулись дальше, разгоняя все
на своем пути. Ну да, в вашу жизнь идет обновление. Очень может быть, что в мыслях еще как так или иначе какие-то моменты, какие-то есть воспоминания о бывшем человеке, о бывшем мужчине. Хорошие или плохие, но я вижу, что все-таки что-то еще ваши мысли задерживает, да? Ну, по старшему аркану суд, то есть это правда. Оно как-то еще тянет. Угу. Почему? Это урок. Это урок из жизни. Это какие-то сложные манипуляции были. Да, сложные, возможно, отношения были позади. Вы их оставляете. Возможно, какой-то период вы ждали каких-то шагов проявления этого человека. Но в какой-то момент, уставши ждать, да, двинулись в новый мир. По этому человеку, возможно, по старшему аркану суд... У вас были чувства к этому человеку, но какие-то манипуляции неудавшиеся разрушили все, к сожалению. Более того, я вам скажу, что человек о вас думает. О чем твои мысли? Мысли его о любви, мысли его о любви, о том, что вы действительно были прекрасной женщиной, но человек не сумел, да, выстроить ситуацию, которая была бы подходящая для императрицы, для вас. То есть этот человек, где-то в своих манипуляциях запутавшись, уже на сегодняшний день я вижу, что он как потерял ключ и никак не может, знаете, уже, да, утеряна какая-то связь. Я вам скажу, человек думает о том, чтобы к вам проявиться, но и в то же время, знаете, какая-то вот далек, вы как отдалились уже друг от друга. Вы уже отдалились друг от друга. Да, человек тоскует по вам, честно вам скажу, тоскует, и как-то он какие-то моменты вас вспоминает. Возможно, были даже очень серьезные отношения, которые разрушились. Вот так вот, девочки. Ну что ж, давайте посмотрим дальше. Я вижу, что этот мужчина, он думает о вас. Он думает. Вот от этого бывшего будут проявления. Да, будут. Будут проявления. Но этому человеку надо было, знаете, ощутить всю боль потери, чтобы как-то признать тот момент, что вы действительно лучшая. Сейчас человек находится в какой-то внутренней борьбе, но я вижу, что вы как-то не намерены, знаете, ваша жизнь не остановилась в каком-то моменте, вы двинулись дальше. И эту историю, знаете, она как уже написана, она прочитана, она отложена в сторону. Вас ждет что-то впереди, но новое, абсолютное обновление. Я вам скажу, что да, этот человек послужил уроком, да, в вашей жизни, эти отношения послужили уроком. Я не вижу какой-то обиды или какого-то... Здесь больше идет как момент усталости, да, усталости от какого-то определенного цикла, от определенного человека, от определенных отношений, да, формата отношений. Но я вижу, что вы как двинулись дальше и приобрели очень такую женскую мудрость. Вырвались буквально из оков, вырвались из какой-то... Я вам скажу так, я вижу, что этого мужчины... вам и чувства, и вы отдалились друг от друга, но тем не менее, возможно, это какие-то кармические отношения, какие-то узлы, возможно, еще были преграды там, то есть здесь мне проходит болезненное как-то переживание через эти отношения, но я вижу, что вы уже как бы прошли этот круг, да, кармический для себя, и на сегодняшний день вы как вырвались из оков и готовы входить в новые отношения. И более того, я вам скажу, что эти отношения, они как прописаны. В прошлое возврата уже я не вижу. Я не вижу. То есть у вас полная трансформация. И более того, я вам скажу, что на сегодняшний день идет момент, я не позволю, да, чтобы ситуация повторилась. Не знаю, что происходило в предыдущих отношениях, но я вижу, что там были какие-то как круги. Возможно, вы прощали человека, давали ему шанс, опять возвращались в те отношения. То есть там какая-то была сложная история. И я вижу, что вы буквально как вырываетесь оттуда, для себя понимая, что вот этот момент тяжелой трансформации, и я не позволю, вот знаете, чтобы этот круг начался опять.
Но это кармические отношения были для вас. Возможно, очень болезненные и, возможно, очень, знаете, с такими какими-то энергетическими затратами, даже я бы так сказала. То есть и вместе тяжело, и врознь невозможно. Но я вижу, что вы прямо вступаете в новый этап своей жизни, и новый мужчина у вас на горизонте, мои дорогие. Новый, и он прямо, я вижу, да, вот как бы новое, входящее в вашу жизнь. Человек с большим интересом, с большой любовью в вашу сторону. Ну что ж, давайте будем смотреть дальше. Если это Аббат, если вам интересно, смотрим дальше, да? Давайте будем дальше смотреть. Итак, на сегодняшний день, что о вас думают мужчины, да? Ну, в общем, посмотрим сейчас. Общая картина. Что думают о вас мужчины? Я даже вот хочу взять вот эту колоду. Посмотрим. Что в общем думают мужчины о вас? Как о девушке, как о женщине. Что в общем? Ой, такая боевая, знаете. Как эта женщина выдержит любой удар. Вот вас видят очень сильной девушкой. На сегодняшний день я вам скажу такой момент. Вы подсознательно, возможно, ограждаете себя. Вы подсознательно какое-то есть недоверие, момент недоверия от мужчин. К вам как мужчины не могут пробиться. Интересно, что думают мужчины о вас? Очень нежная, очень красивая девушка, молода, очень хорошо выглядит. Очень хорошо, и есть какой-то момент, возможно, даже определенного стиля, да, своего, видения своего. Очень интересная личность. Она просто так не дает шансов. У вас много поклонников. Я вижу, что да, возможно, вы это определяете как есть, да все не те. Потому что вы очень уже на сегодняшний день взвешиваете все за и против перед тем, как дать человеку шанс. Потому что да, мы видели, что вы как-то в своей жизни уже прошли такого типа уроки. И просто так, да, человеку давать шанс вы не намерены. Я вижу, что мужчины, как они видят, их много, да, вот поклонников много, что вы девушка очень интересная, но вы очень строги в своих требованиях к мужчинам. Как видят мужчины, что думают о вас? Ну, я вам скажу, что определенно есть в вашем окружении вот этот молодой, он мне прямо выходит. Есть какой-то мужчина помоложе, который просто видит в вас действительно обворожительную женщину. Вот со всеми, знаете, отсюда вытекающими последствиями. Вы очень нравитесь ему. Я вижу, что, возможно, какая-то вековая категория, да, у вас, вы постарше будете. И вам приятны, возможно, такие какие-то шаги с его стороны, внимание, возможно, какое-то с его стороны. Просто, да, вот то понимание, что вы нравитесь ему. Но и также вы понимаете, что... или как для себя определяете, что вам бы хотелось чего-то более. А чего вы хотите, да? Вот я просто... Вот чего вы хотите? Потому что я вижу, этот мужчина мне уже вот второй раз вышел. Чего вы хотите от отношений? Вы понимаете, просто романтики мало. Нужна поддержка в сложную минуту. Молодой мужчина, по вашему пониманию, да? Да, с ним прекрасно проводить время, с ним, но дальше, да, когда какие-то вопросы по жизни, может ли он мне помочь, сможет ли, есть ли у него такая сила и зачем, да, его как-то обременять этим всем. Пусть еще, да, погуляет, пусть еще. И вы вот так, знаете, как отправляете этого мужчину погуляй еще, а это для него просто, знаете, как вот такой момент. Вот вроде бы и не оттолкнула, но все равно, знаете, какая-то печаль большая в сердце у этого человека. У него большая печаль по тому поводу, что вы не видите в нем вот достойного мужчину для партнерства. А он, ну а покажи, а вот этот молодой, что он из себя представляет? Ой, девочки. О, у него будет рост, и много очень возможностей у него в жизни будет, да, но к этому еще нужно прийти, это некий процесс, да, это еще все у него впереди.
Но фортуна ему улыбнется. Он будет очень успешным молодым человеком. Угу. Его накрыло чувство к вам. Его накрыли к вам чувства. Вот действительно человек влюбленный. Я вижу, что здесь в женщину влюблен мужчина помоложе. Он мне прямо выходит. И я вижу, что у него очень перспективное, классное будущее. Но это все еще впереди. Сейчас только, знаете, какой-то первый ветерок, первые какие-то моменты его движения вперед. Но вообще-то ему вот колесо фортуны и туз пентаклей. Этот мужчина очень-очень даже интересный, этот молодой человек. Я вижу, что его прям накрыло с головой. Он, у него чувства очень к вам, да? Скажи мне. Он, вы можете с ним сталкиваться, вы можете с ним пересекаться, вы можете быть даже вот как-то сотрудничать, да, работать с этим человеком, пересекаться с этим человеком просто в повседневной жизни. И он прямо ловит ваш взгляд, он смотрит вам вслед. Вот он считает вас, ну я без преувеличения скажу, эталоном женской красоты. Вот вы ему нравитесь и все. Вот он считает, что вы безумно красивая женщина. Ну хорошо. Да, и вот есть, вы просто, знаете, как в воздухе плывете. Очень нравится ваша походка и вообще вы как женщина. Есть у вас что-то, вы для него выделяетесь сильно, для этого, ну вот, для этого. Давайте я вот уже хочу посмотреть, вот этот молодой, вот в ближайшее время, будут ли от него шаги, стоит ли его рассматривать серьезно, да? Итак, вот этот молодой, в ближайшее время будут шаги от тебя, или ты будешь вот так вот мечтать и смотреть на эту женщину? Вы знаете, как-то мне проходит момент, что трансформация будет отношений между вами. Вы знаете, он принял какое-то решение, несмотря на то, что вы закрываетесь, этот мужчина, он будет действовать в вашу сторону. Он все равно попытает своего счастья. Он все равно попытает, да, потому что он не может выбросить мысли о вас из головы. Он, вы знаете, да, я вам скажу, что у вас и еще какой-то мужчина будет за вами ухаживать. И здесь мне проходит момент то густо, то пусто, да. То есть на сегодняшний день девушка может быть одна. Но я вижу, что за ней интенсивно будет ухаживать какой-то мужчина. И вот этот молодой, да, он тоже будет за вами ухаживать. Я прямо вижу, знаете, он видит вас, ну вот, самое прекрасное, самое ценное для себя. Будут ли шаги? Будут. Даже если вы будете закрываться от этого человека, даже если вы как-то, знаете, не будете принимать это всерьез, он не может выбросить мысли о вас, понимаете, из головы. И он поджидает времени, он как-то имеет большую надежду. Он знает, что его ждет борьба за ваше сердце, но по справедливости этот мужчина точно будет действовать. Да, у него большая любовь. Что же ждет, да, вместе с ним в отношениях? Девочки, у вас даже вышел Иерофант. Ну, я вам скажу, конечно, вам видней, но я вам хочу сказать, то, что сейчас вас не устраивает, в ваших отношениях с этим молодым человеком, то, что сейчас вас как-то, скажем так, я не скажу, что настораживает, но все же, да, где-то является каким-то моментом, что а пара ли он мне? Вот в процессе вашего общения, в процессе ухаживания этого мужчины вы поймете, что он уже очень даже и много может предложить вам. Вот, я вам скажу, что у вас даже с этим молодым человеком очень даже может все получиться. Я вижу, что есть какая-то вот разница вековая. Да, мне проходит больше, что мужчина помоложе вас. Но я также и вижу, что здесь женщина шикарно выглядит. И какой-то момент, знаете, что вот эти цифры в паспорте, да, вот эти моменты каких-то соседских комментариев, да, принимайте это как хейт, да, то есть радуйтесь жизни здесь и сейчас, мы не знаем, что ждет нас завтра, но я вижу, что этот мужчина, он действительно может подарить вам очень такие красивые чувства.
Да, он может быть уже в вашем окружении, уже проявился, и вы прекрасно знаете, о ком идет речь. Возможно, этот молодой человек уже вас заприметил и для себя, конечно, вас конкретно выделяет. И вот, ну, вот в ближайших 3 месяца мне показывает, что будут от него шаги. И я вижу также, что и вы будете как-то не то что сопротивляться, но, возможно, где-то скептически относиться поначалу, да, к этому парню, к этому мужчине. Но и также я вижу, что этот человек в процессе ухаживания за вами, у вас очень поменяется мнение о нем. И очень даже вы с этим человеком можете узнать, что такое настоящая любовь. Ну что ж, давайте посмотрим еще все же, да? Что мужчины думают о вас? Что мужчины думают? Очень интересная девушка, и вы знаете, момент, что вы не спешите. И вот эти не, иногда, да, мужчины, а кого ты еще найдешь там еще, это не про вас, это не про вас, эта девушка очень хорошо выглядит. И здесь вы знаете, что мужчины, которые вас долго знают, они выделяют тот момент, что вы хорошо выглядите, намного моложе своих лет. И я уже даже вот по раскладу не удивляюсь, что мужчина помоложе на вас обращает внимание. Потому что здесь вообще мужчины видят вас, девушку, для которой, да, как над ней не властно время. Она очень хороша собой. Давайте посмотрим еще, что думают о вас мужчины сейчас. Ой, ну королева, девочки, вообще, я вам скажу, что очень нравитесь. И, возможно, у вас есть какие-то особенности фигуры. Даже тот момент, который, смотря в зеркале, вы видите, как... некий момент, что вы хотели бы даже изменить. Но я вижу, что эти ваши особенности, на них есть вот, знаете, человек, который ценит это как женскую красоту, ценит это как женскую привлекательность. И я вижу, что вы как женщина очень нравитесь мужчинам. Что думает о вас королева кубков? Этой женщине просто, понимаете, и шел, уже забыл, куда шел, зачем и вообще, да, встретил вас по дороге. Конечно, я вам скажу, что есть какой-то момент, мне почему-то проходит какой-то блуждающий в лабиринте. Какой-то мужчина, блуждающий в лабиринте. А что это за мужчина, блуждающий в лабиринте? Ой, у него какая-то вот страсть к вам. Вы знаете, человек прямо не может вас выбросить из головы, не может избавиться от мысли от вас. И он вот действительно не может о вас забыть. Почему-то вот мне прошел, да, вот красивая женщина, и прошел какой-то мужчина, блуждающий в лабиринте, который как бы желает выбраться, желает, возможно, вас выбросить из головы, у него не получается. Возможно, это какая-то ситуация из прошлого. Там какие-то ошибки, там есть какие-то, знаете, нюансы, какие-то неправильно сделанные шаги, как не в ту сторону, да, вообще пошел. Но мне проходит, что, возможно, это тот человек, которого мы просматривали как кармический, который не может вас выбросить из головы. И он действительно думает о вас. И хоть, возможно, сейчас вам кажется, что все, я уже туда не вернусь, и эта история меня конкретно уже не устраивает, но я вижу, что этот мужчина, он еще и будет подбирать меру, еще и как-то будет стараться проявляться к вам, хоть сам понимает, что где-то, знаете, его шаги были какие-то ошибки, ну, вы как умчались, вы как ушли в какое, во что-то новое, да, то есть какие-то его шаги были неправильные. Что думает о вас? Он вспоминает о вас. Вот этот мужчина из прошлого, он прямо, знаете, мне проходит, как блуждающий в лабиринте, и мне сразу вышла вот эта карта, как... Я не могу сбросить цепь, я не могу отпустить эту женщину, понимаете? И он определяет вас как прекрасное мгновение, которое умчалось, да? Он думает о вас. Ну что ж, давайте посмотрим еще. Вообще, мужчины, не бывшие, не тот влюбленный, еще. Да, что думает мужчина вообще из вашего окружения? Что думает о вас? Ох. Ну, красотка, девочки, я вам честно скажу, вот мужчины прямо сумасшедшее притяжение, очень сильная женская энергия от этой женщины. Возможно, она уже вот на сегодняшний день одна,
И она прям в такая, знаете, возобновленная сила, возобновленная энергия. Вы из тех женщин, на которых очень приятно смотреть, но от которых вот просто, знаете, вот эту энергию, ее прямо чувствуешь, вот эту силу женскую. Безумное желание прикоснуться, но, возможно, нет такой возможности, вы не даете таких возможностей прикасаться к себе. Очень сильный человек, да, вот просто смотрит в глаза и сшибает наповал. Что вообще думают мужчины? Ну, вы опасная женщина. Вот что думают мужчины? Вы опасная женщина. Такая женщина действительно может поглотить внимание, да, твое. Она как бы не навязываясь, но ты сам начинаешь думать о ней, думать, думать и думать. Потому с такими женщинами, ну, нежелательно входить в какие-то игрища. Потому что сам попадаешь в свой же капкан, да. Сам же влюбляешься в такую женщину, очень легко влюбиться. И весь твой мир переворачивается в одну секунду. Вот что о вас думают мужчины. Очень сильная энергия, понимаете? В такую, если уже влюбишься, все, уже дороги назад нет. Такую не забудешь и жизни не вычеркнешь. Ну да, девочки, прям по справедливости. То есть вот это прям истина, да? Показали карты, что это прямо истина. А ну покажи-ка нам, каких мужчин вы сейчас привлекаете? Каким мужчинам вы сейчас нравитесь? Давайте посмотрим. Каким мужчинам нравитесь? И опять вот этот молодой вышел. Ну хорошо, мы уже знаем о тебе все. Давайте посмотрим еще, каких мужчин вы привлекаете. Вы знаете, вот каких-то легкомысленных, вот каких-то легкомысленных вы пугаете мужчин. Вы им в одно и то же время вы им нравитесь, а с другой стороны вы их пугаете. То есть они как-то видят вот этот момент, что такой женщине сердце рвать не будешь. Быстрее она тебе, да, перевернет вот эту всю ситуацию и окажется в выигрышной стороне, и ты еще, да, будешь там ползать. Женщина непростой. Такой, знаете, просто обещаний мало. Такую женщину на какие-то, знаете, обещания, на какие-то пустые слова ее не ухватишь. Здесь поступки нужны. И каким мужчинам вы сейчас нравитесь? Я вижу, что вот таким, скажем так, с хитрым умыслом мужчинам вы им нравитесь. Вы нравитесь, но они как-то вот прямо опасаются таких женщин, как вы, опасаются вас непосредственно, да? Потому что, ну вот с такой женщиной, с ней тяжело добиться того, чего он хочет, да? То, что он задумал. Вот тяжело воплощать в жизнь задуманное, да, потому что она буквально сжигает на корню все твои планы, все твои какие-то моменты иллюзий, моменты амбиций, моменты легкости игры. Это все просто вот исчезает и сгорает в пепел в вашем свете, в вашем огне. Давайте посмотрим еще, каким мужчинам нравитесь. Каким мужчинам нравитесь? Ой-ой-ой. Вы знаете, очень деловым. Мужчины, которые, возможно... Ой, девочки, вот смотрите, какая у нас здесь картина выходит. Вы нравитесь мужчинам, которые привыкли, возможно, где-то все контролировать. Но почему нравитесь? Потому что вы как достижение. Вот вас нужно достигать. Вас нужно завоевывать. Вы гордая женщина. И вот они, знаете, это то, к чему тянешься. Это не то, что упало уже тебе под ноги, а это то, к чему тянешься. И вот, да, на сегодняшний день вы нравитесь таким уже очень даже состоятельным и успешным мужчинам, которые очень даже в своей жизни знают цену успеху. И знают, как этот успех сладок. И они, смотря на вас, они понимают, что вот влюбить в себя такую женщину – это сладкий успех, это сладкое такое наслаждение, да, вообще. О да, девочки, более того, я вам скажу, что
Я вижу такого мужчину прямо в сильном интересе по отношению к вам. Более того, он вам сильно подходит. Наконец-то, наконец-то, девочки, потому что вижу и ваше состояние в том, да, что вот вроде что-то есть, да, нет ничего подходящего. И вижу, да, какая ситуация у вас здесь разворачивается. И вот, наконец-то, я вижу того мужчину, который действительно может создать с вами очень классный союз. Очень классные отношения. А покажи-ка нам этого мужчину, покажи нам его больше. Ой, такой целеустремленный. Более того, девочки, вот мы гадаем на ближайших 3 месяца. Этот мужчина в ближайших 3 месяца проявится к вам с любовным интересом. Этот мужчина проявится. Выходит он очень сильными картами. Да, я вам скажу, что это будет первый момент восхищения. Такой момент просто... притяжение сумасшедшего к вам. Вот это такое какое-то обновленное ощущение будет у этого мужчины по отношению к вам. Знакомы ли вы сейчас уже с этим мужчиной? Да, да, девочки, я вижу, что косвенно возможно, но вы с этим человеком в общении можете с ним, если у вас вот сейчас вот нет такого мужчины вокруг вас, да, я вижу, что вы можете с ним познакомиться в каком-то заведении. Возможно, это при какой-то компании, при каком-то веселье, возможно, это какая-то группа людей, может быть. И я вам скажу, что этот мужчина при встрече, что он подумает? Она должна быть моей. Это такой момент и некого азарта, и некого, вот я нашел то, что я искал, и... вы очень понравитесь этому мужчине. Прямо вы в его вкусе, вы просто вот своей энергией, вот то, что ему надо. Более того, я вижу, что он очень будет вам подходящий, прямо вам в пару. И у вас с ним, да, вот что-то наклюнется, он будет за вами точно ухаживать, этот мужчина. Мне проходит момент, или вы уже знакомы с этим человеком, или ваше знакомство вот ближайших 3 месяца, это однозначно очень крутой, классный мужчина, будет проявляться к вам с любовным интересом. Ну что ж, мои дорогие. И вот он, знаете, и станет вот тем соперником для этого молодого. Здесь будет момент таких вот ухаживаний. Ой-ой-ой-ой, вижу такой непростой какой-то период, знаете, с одной стороны, это будет очень приятно для вас, а с другой стороны, это будет момент, почему-то мне идет, что вам этого молодого жаль будет. Он, видно, очень, знаете, у вас влюблен будет мужчина, вот как-то он ярко очень будет проявлять чувства к вам. Давайте посмотрим дальше, чем вы привлекаете мужчин, да, вот сейчас? Какие ваши козыри, какие моменты, возможно, взять на вооружение, где-то, чтобы можно было улучшить ситуацию в отношениях с мужчинами? Чем вы сейчас привлекаете мужчин? Ой, ну вы хороши собой, я действительно вижу, девушка за собой ухаживает, очень классно выглядит. И хороша собой, это момент внешности, я вижу, что прямо мужчины... мужчинам нравитесь очень. И нравятся и ваши мысли, ваши изъяснения, ваш внешний вид и та энергия, которую вы транслируете. Настоящая императрица, гордая, красивая, интересная девушка, прямо победительница, с которой, да, все мало, мало. Вот как время летит. Вот когда рядом с вами, время начинает быстро очень двигаться, буквально летит время. Извиняюсь, девочки, соседи не дают покоя со своими ремонтами и своими делами. Итак, время как-то с вами летит. Очень интересно в общении, да? И вот вроде бы как длинное ожидание встречи, и как быстро рядом с этой женщиной летит время. Очень интересно, знаете, такой женщине можно и преклониться. С такой женщиной нужно искать определенный компромисс, что-то ей предлагать. Знаете, действительно стоящие. Ну, интересная девушка. И я вам скажу, что, конечно, быть с такой женщиной фортуна. Понимаете? Быть с такой женщиной фортуна. Я вижу, что очень ваша внешность нравится мужчинам. Красивая девушка. Чем вы нравитесь мужчинам? Чем нравитесь? Ох!
Девочки, вы сводите с ума. Где-то вы очень непокорны, понимаете? Где-то вы прямо непокорная женщина. Такую тяжело вот вообще, да, вот влюбить, вообще вот в свою сторону склонить, как-то ее в чем-то убедить. Вы, ну, непокорная. И вот, ну, я вижу, что вы нравитесь мужчинам. Вы вызываете в них, возможно, определенно какой-то вот это такой момент мужской, мужской интерес. Мужской интерес. Вы вызываете мужской интерес. То есть это девушка, которую нужно завоевать, которую нужно, по сути, да, быть лучшим для того, чтобы ее забрать себе, да, для себя как-то забрать ее внимание, заслужить ее внимание, понимаете? Здесь нужно быть лучше других для того, чтобы быть с ней. И если она уже тебя выбрала, все, да, значит, ты классный мужчина. Чем нравитесь? Давайте посмотрим. Очень вы как-то выбиваетесь из общей массы. И пока другие, знаете, женщины там визжат, окружая мужчину и радуясь каким-то его вниманием, вы вообще, да, я сама по себе хороша и жизнь моя прекрасна. Очень независимая девушка, которая просто как стихия, знаете, сметает все на своем пути. Очень быстро вы захватываете мужчин. Я вижу, вы нравитесь очень мужчинам. Я вижу, что именно характером. Да, и нравится ваша внешность, безусловно, но здесь еще очень такой неудержимость какая-то есть этой женщине, да, то есть ее нужно завоевать, ее нужно как-то влюблять просто в себя, потому что ты по-другому ее просто не удержишь. Вот она уплывает, уходит, отдаляется и все. И не надейся, да, что тебе будет так, как с другими, что она где-то будет там лезть тебе на голову. Нет, эта женщина, она по себе горда и прекрасна, и она движется по жизни. Ты не успеваешь, значит, ты остаешься в прошлом. То есть, с одной стороны, да, это очень нравится мужчинам. С другой стороны, есть большая опасность, что он не успеет, да, что он где-то там останется позади. То есть момент, что такой женщине нужен очень сильный человек. Мужчина, который сможет не обжечься, а именно удержать этот огонь в своих руках. Очень интересная девушка. Ну что ж, давайте посмотрим еще такой момент. Как мужчины вообще чувствуют себя, когда вы находитесь рядом. Как они себя ощущают, да, как они, их внутреннее состояние, когда вы рядом, когда вы находитесь в общении с мужчиной, как они себя ощущают. Ой, ну это такая немного показуха, девочки. Ну вот это счастье, вот это фартануло, да? Вообще-то я вам скажу, что вы очень интересный человек в компании, да? Если что-то празднуется или какое-то веселье, вы очень интересная личность, да? Вы умеете и повеселиться, и быть серьезной, и поддержать любую беседу. Но как мужчины вы чувствуют себя, когда вы рядом? Это немножко такая, знаете... Вот посмотри, какой я мачо, да, это такой немножко тут такой момент, что обрати на меня внимание, они как желают, чтобы вы обратили на них внимание. И вот это удача, да, вот это фартануло, вот это красотка. Ну, а ее тяжело добиться, такой девушке, знаете, там какие-то там ерунду какую-то предлагать нельзя, нужно все самое-самое лучшее для нее. Вот вообще-то знаете, что о чем эти карты? Эта девушка, это самое-самое лучшее. Вы понимаете? Как они чувствуют, как они реагируют на вас. Эта девушка самое-самое лучшее. И возможно, очень тяжело к ней дотянуться. И возможно, очень тяжело заслужить ее любовь. Но это не меняет того факта, что она самое-самое лучшее. Ну, я вам скажу, что очень высокая, знаете, оценка вашей внешности, вашей красоте. И здесь, конечно, мне проходит момент, что, ну, конкретно в вашем окружении есть мужчина, который спит, и вы ему снитесь, который прямо желает, хоть бы приснилась, да, такая красота.
И этот мужчина, он будет проявляться. Я вижу, конечно, у вас вот такой момент. Вот этот молодой, он проявится в ближайших 3 месяца, да, которого мы смотрели. Мужчина из прошлого не может вас выбросить из головы, но шагов от него нет. Он наоборот, знаете, как бы желает отдалиться где-то. У него это очень плохо получается. И так или иначе, да, вот здесь тоже есть вероятность такова. Ну и видим вот этого императора, который прям так нацеленно, так конкретно настроен на любовь, на любовные отношения с вами. В ближайших 3 месяца очень неожиданно вас столкнет судьба с этим человеком. И что я вам хочу сказать? Знайте, что вы лучшее, что вас нужно достигать, потому что лучшее достается всегда с трудом. И чем больше усилий придется приложить мужчине, тем больше он будет вас ценить, тем больше он будет вас любить и дорожить вами и вашими отношениями. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если понравилось, я буду очень рада. Всем спасибо за просмотр. Счастья, радости, любви, смелых, благородных мужчин в вашу жизнь. И до новых встреч!